Но особенно много в этом году грибов. Традиционные забайкальские маслята, подберезовики, подосиновики в количестве и благородных белых. Так что у каждого неленивого забайкальца есть возможность зимой полакомиться солеными груздями, маринованными маслятами и ароматным грибным супом. По мнению нашего оператора Сергея Рычкова, грибы – это не только вкусно и полезно, но и красиво. Для телезрителей нашей телекомпании он снял августовскую зарисовку. Вот и снова грибная пора. Редкий штиль в суете городской. Можно снова летать до утра над притихшей летней Москвой. Непонятен и прост мой порог. Постою у окна, помолюсь, допивая сиреневый смог. Город включит созвездия люстр, и, оттолкнувшись от оконного креста, как тень листа, я стану легок. И словно съежится, уменьшится, растерянно отстав квадрат двора со стаей высохших пеленок.